Это анализ информации для ФБР. Зарплата больше на треть, нормированный рабочий день гораздо стабильнее, чем сейчас. И чем ты убедишь меня уехать из Детройта? Национальной гвардией и выпивкой. Алекс Кросс. У нас здесь 4 трупа. Алекс, приготовься, тебе это не понравится. Девушка замучена до смерти. По роману Джеймса Паттерсона «Кросс». Тут орудовали человека 3, не меньше. Нет, он работает один. Чужая боль меня будоражит. Бывший военный. Судя по тактике, спецподразделение. Садист. Хочет кого-то наказать. Жаждет, чтобы весь мир страдал. Этот парень работает по списку. Его не сбить с толку, он предельно сконцентрирован. Доктор Кросс, вы там? Никак не уймешься. Причинять боль – мое истинное предназначение. Ты конченый псих. Доктор Кросс, не принимайте все так близко к сердцу. Кстати говоря, у вас очень милая жена. Выглядит сногсшибательно. Его не остановить. Я видел его лицо. Слышал его голос. Я скорее продам душу, чем позволю ему забрать у меня тех, кого люблю. От режиссера фильма «Форсаж» Роба Коэна. С дороги! Не переходи дорогу! Какой бы сценарий вы ни выбрали... Алексу Кроссу. Он уже его просчитал. Доволен? Получи. Тайлер Перри. Давай, влезь в его мозг! Где он может быть? Он уже в здании. Быстро! Мэтью Фокс. Подними руки! Я знаю, ты можешь. Я Алекс Кросс. Скоро на экранах.